Угадайте, где я нахожусь? Я приехал на открытый чемпионат электриков. И если вам интересно знать, кто у нас самый лучший электрик в стране, смотрите дальше. Я нахожусь в Московском энергетическом институте. Добрый день! Сегодня мы на презентации рассказали о выходе нашей новой платформы, которая ориентирована на всех наших потребителей разных категорий. Конечно же, в частности, речь идет об электрике. Платформа будет называться это бизнес-платформа bp.ec.ru. Значит, на этой платформе она персонализирована, ориентирована на нужные потребности электрика, которые он испытывает буквально каждый день. Что там будет? Об отношении сервиса. Это различная техническая поддержка, это работа по обратной связи, это различные расчеты, пересчеты, это различные калькуляторы, подбор аналогов и так далее, и так далее. Это одна составляющая. Вторая составляющая, конечно, будет ориентирована на такой больше коммерческий, что ли, интерес. Это различные программы лояльности, которые впоследствии станут интегрированы вместе с программой лояльности наших партнеров. Поэтому надеемся, что данный ресурс будет использоваться успехом в работе буквально каждый день. Спасибо. Мы сегодня на 6-м чемпионате, который проводит ИЕК. Сегодня в другом формате, с новыми смыслами. И мы очень рады, приветствуем всех участников. Желаем побед. Ура! Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Сергей Полосков. Я представляю журнал «Электротехнический рынок» и портал «Elec.ru». Я являюсь главным редактором вот этого журнала. И хочу вам рассказать о нашей постоянной рубрике «Сам электрик». В этой рубрике наш постоянный автор Александр Ярошенко рассказывает об работе руками непосредственно электротехников. И, кстати, он находится сейчас рядом со мной, и я хочу вам его представить. Александр Ярошенко. Здравствуйте. Уже меня представили. У меня, скажем так, бренд личный – это samelectric.ru. У меня есть свой блог, у меня есть свой канал в Дзене, группа ВКонтакте. Я, скажем так, популяризирую электрику, электротехнику, стараясь повысить имидж электриков, сделать все, чтобы донести до людей знания. Вот. И делаю обзоры на разную электротехническую продукцию. Если кому-то нужно, обращайтесь, будем сотрудничать, будем как-то договариваться и делать общее дело. Спасибо. На самом деле наш чемпионат стал достаточно интересным в этом году, и за 6 лет нам удалось добиться того, что чемпионат очень сильно заинтересовал рынок, заинтересовал электриков. В этом году мы работаем с участниками. И буквально вчера, после крупной деловой программы, где у нас участвовало несколько госкорпораций, представители министерств, очень приятно было увидеть, что про нас чемпионат уже начал писать ТАСС. Это действительно важно. Почему? Цель чемпионата – повысить уровень электрика. Цель чемпионата – вызвать лучших и найти лучших. Цель чемпионата – поднять отрасль целиком. И для ЕКО, в первую очередь, это действительно работа с электриком. Работа с тем специалистом, который является нашим конечным пользователем. Поэтому, я думаю, эти чемпионаты будут продолжаться, мы их будем расширять. Может быть, будем вводить их в достаточно широкую национальную рамку. И мне кажется, что ребятам, когда работают на площадке, чемпионат тоже понравился. Всем привет, меня зовут Татьяна. Я имею честь сегодня представлять компанию ЭТМ на этом замечательном мероприятии, которое организовала компания ИЕК. Вообще, ЭТМ сам уделяет огромное внимание образованию наших клиентов в целом и монтажников в частности. И вот этот формат соревнования, он нам очень нравится. Для тех, кто не смог приехать в Москву, обратите внимание, что у нас с компанией ИЕК в этом году проходит целый тур конкурса «Есть контакт». Мы его уже провели в Красноярске. Кто был, тот знает. Кто живет в других городах, обратите внимание, есть сайт contact.etm.ru. Вот следующее мероприятие будет в Уфе, потом, что у нас еще? Нижний Новгород, Ярославль, Тула, и все это заканчивается в Сочи. Вообще мы это проводим и с другими дистрибьюторами тоже, но сегодня я о них говорить не буду. Вот. Что касается других наших новостей, новинок, для жителей Дальнего Востока у нас открылась
два офиса продаж, это Владивосток, Хабаровск. Там небольшой склад, но есть. И, в общем, наша продукция стала к жителям этих регионов еще ближе, доступнее, быстрее и так далее. У нас, кто еще не знает, есть, ну, условно новые, на самом деле они уже довольно старые, товарные направления. Многие еще до сих пор не знают, что у нас есть сантехника, системы безопасности, поэтому на это тоже обратите внимание, кто занимается этими видами работ. Все есть в ВТМ, огромный выбор различных инструментов, в том числе, кстати, сейчас актуально лето, да, дачи. Вот садовый инструмент, все, что можно, от лопаты до, я не знаю, газонокосилки и вообще все, что угодно, найдете у нас. Ну, а что еще? Регистрируйтесь в ВТМ iPro, переходите на нашу платформу skills.vtm.ru, регистрируйтесь на вебинары, огромное количество, в том числе с ИЕКом, у нас онлайн-мероприятий. Ну и всем привет! Компания ИЕК Групп, Московский колледж архитектуры, дизайна и рейнджеринга номер 26, а также Национальный исследовательский университет МЭИ подписали соглашение о сотрудничестве. Педагоги, ученые и представители производственной компании ИЕК Групп планируют объединить свои усилия для развития электротехнической отрасли. В будущем возможно создание союза профессиональных электротехников, знающих отрасль изнутри и понимающих, в каких направлениях ее следует развивать и какие специальности при этом будут наиболее востребованы. Всем добрый день! Мы находимся на чемпионате ИЕК. Это действительно очень важное мероприятие для системы образования, потому что подготовка кадров зависит в том числе от того, насколько предприятия, промышленность взаимодействуют с колледжами России. И для нас очень важно развивать компетенции. Сегодня развивается направление подготовки рабочих кадров. Поэтому приглашаем всех на чемпионаты. Ждем вас на чемпионате в Санкт-Петербурге профессионалов в конце ноября. Итак, всем привет! Да, знаете, кто я? Я представитель компании АВС. Не АБЦ, не АБЦ, а именно АВС. Потому что это российская компания, и Андрей Владимирович Суховерхов ее основатель, поэтому АВС. Итак, что же это за компания АВС Электро и что в ней такого интересного? Компания АВС Электро уже 25 лет. И в прошлом году мы праздновали наш небольшой юбилей. Ну как небольшой, четверть века. Итак, если вы строите, тогда вам точно к нам. Ведь специально для вас у нас есть сайт АВС Экспресс. Вы можете посмотреть вот на этот QR-код, его считать. Посмотрите, как это удобно. Зарабатывайте вместе с нами. Недаром девиз нашей компании мы объединяем профессионалов. Во-первых, хочется сказать огромное спасибо компании ИЕК за организацию такого профессионального праздника, который объединяет абсолютно разных людей, людей, которые непосредственно работают с электромонтажом, и поставщиков, и МЭИ, и различных представителей серьезного, крупного такого бизнеса, атомной промышленности, промышленного производства металла. Это было очень интересно, и ИЕКу большая благодарность. Отдельное спасибо за то, что удалось поучаствовать в этом не только как зрителю, но и выступить, представить компанию ЭТМ, Академию ЭТМ, рассказать и даже привести пример тех мероприятий, которые мы проводим, и пригласить всех вас и всех посетителей сегодняшнего чемпионата на наш портал skills.vtm.ru, на котором мы выкладываем расписание наших мероприятий, как онлайн, так и офлайн, и бизнесовых, и технических. Мы всегда рады потрудиться для вас, потрудиться для монтажника, для других клиентов рынка электрооборудования и постараться помочь вам, быть вам полезными, постараться помочь сделать каждый ваш рабочий день лучше и профессиональнее. Друзья, с вами компания «Русский свет», и мы являемся партнерами масштабного мероприятия «Открытый чемпионат электриков», который проходит в Москве. Хочу заметить, что приехали сюда наши
клиенты, электрики с разных городов России. Нас представляет замечательный человек из Уфы, электрик. Здрасте. Руслан Юсупов. Да, мы надеемся, что он будет победителем этого соревнования, и он представит наш продукт, расскажет пару слов о нем. Кабель «Русский свет», он очень хороший, надежный, он очень легко поддается монтажу. Он синий. Он, главное, синего цвета, он выделяется на общем рынке, в общем фоне. И самое его главное достоинство, то, что можно работать до минус 15 градусов спокойно. И, соответственно, мы рекомендуем, чтобы в каждом доме его монтировали и покупали люди. Поэтому обращайтесь в «Русский свет» за этим кабелем на сайте RS24. Поэтому «Русский свет» сам молодец и самый лучший кабель. Самый лучший клиент. Кабельный завод «Эксперт Кабель», город Орел, представляет на данной выставке собственную продукцию под торговой маркой «Эксперт Класс». Мы представляем под торговой маркой провода ВВГ с жилами от 2 до 5 и сечениями от 1,5 до 6. Провода ПВС, как, собственно, зеленого цвета торговой марки «Эксперт Класс», также и сигнально-красного цвета с жилами от 2 до 5 и сечениями от 1,5 до 6. Еще мы предлагаем провода установочные, которые тоже пользуются большим спросом у производителей и сборщиков щитового оборудования. Это вот такого вот у нас вида с сечениями от 1,5 до 4 в 5 цветовых вариантах. Это белый, черный, синий, красный и желто-зеленый. Вот такого вот они цвета. Дополнительно мы предлагаем шину медную, тоже для сборщиков щитового оборудования. Мы очень рады и считаем правильным участие в данном мероприятии, потому как данная выпускаемая нами продукция предназначена именно для электромонтажников, для внутренней электропроводки в домах и квартирах, а также загородного домостроения. Найти нас можно непосредственно на сайте expertkabel.ru. Также наша продукция широко представлена на маркетплейсах для того, чтобы ее можно было брать в розницу непосредственно электромонтажникам и владельцам и хозяевам жилых помещений. Компания Level, меня зовут Дмитрий Баталов, мы партнеры чемпионата ЕК с электромонтажником. Ну, отличное мероприятие, я считаю, что проведено оно на хорошем высоком уровне. Мы приехали со своей командой монтажников, те монтажники, которые работают с нами. Все добились хороших результатов, у всех отличное настроение в конце этого мероприятия. Огромная благодарность компании ЕК за то, что собрали нас сегодня все. Ну, вкратце, если рассказать о компании ЛЭВ, мы занимаемся дистрибуцией электротехнических товаров на рынке более 30 лет. В Москве области у нас особенный акцент на работу с частными электромонтажниками. Мы очень любим, у нас их много, они у нас классные. Вот, и мы со своей стороны стараемся делать все, чтобы наши клиенты, наши партнеры росли вместе с нами на рынке, как в квалификации, так и в знаниях. Мы учимся вместе с ними. Вот, будем рады, если получится у нас все. И рады любым обращениям, письмам. Где вас найти? Найти нас можно. У нас достаточно большая сеть в Московской области. В принципе, мы по всей России работаем. У нас есть филиалы в Ростове, Екатеринбурге, Новосибирске, Санкт-Петербурге. В Москве у нас есть розничная сеть, магазины, которые расположены в городе Дмитров, Сергиев Посад, Пушкино, Щелково и в Москве. Тоже у нас есть офис продаж на улице Электродная. Конечно же, у нас есть сайт, большой красивый сайт, на который тоже можно заходить, оставлять любые запросы. Стараемся максимально оперативно на все ваши вопросы, в случае, если они возникнут, ответить. И рады будем видеть на вас в наших офисах продаж. Спасибо большое. Дорогая, я занял первое место. Хорошо?
Твои ощущения первые, давай. Чемпион. Ну, когда назвали фамилию, у меня чуть сердце нафиг не выпрыгнуло. Да ты что, на месте проверь, да? Пока на месте, но колотит. Вообще очень волнительно. Старался сделать быстро, аккуратно, качественно. Ну, получилось. Ну, но рекомендуешь другим справится. Участвовать? Идти за тобой? Обязательно рекомендую всем участвовать. Ну, я по приглашению здесь, если кого-то пригласят, чтобы не отказываться. Ну, выиграть никогда. В конкурсах можно, правильно, заходить? Конечно, конечно. Получить призы, покажи, какие они красивые. И... Выше, 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 выше. Много-много. О, много-много призов. Да. Здорово. Посмотри в камеру, пожалуйста. Поздравляю, спасибо. Так, и вот эту большую коробку тоже тащить надо, представляешь? Да, я ее заберу домой, повешу на стену. Обязательно. И буду гордиться этим. Вот, умник. Поздравляю тебя. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Где такой флаг? Как тебе ощущения мероприятия? Как закончилось? Просто на высшем уровне. Мне все понравилось. Организация, участники, все вообще большие молодцы. Еще приедешь, еще рекомендуешь? Обязательно. И всем рекомендую участвовать, следить за событием, за этим. Это очень было прекрасно. Спасибо большое. Пишите в комментариях. Ставьте лайки. Прекрасно. Пока.